вернуться снова с вами в этот турнир и смотреть его. Почему бы и нет? Собственно, что мы смотрим с вами? Мы сегодня с вами смотрим Game Ring Dota 2 March Cup. У нас раунд of 16 команд в сетке виннеров. Ну, просто назовем первый раунд сетки виннеров. Так будет, наверное, правильнее по-русски. Играет у нас команда Relax против команды Compass Gaming. У нас пока счет 1-0 в пользу релаксов. Ну и это получается вторая карта. По системе Best of 3 проходит эта встреча. Значит, релаксам осталось еще одну катку завести. И они уже будут в следующем раунде виннеров. Ну а Compass Gaming отправится в лузера. Ну или же... Возможно, такой вариант, что Compass Gaming отжимают две карты и сами отправляются в виннера, спустив релаксов на то самое дно. Посмотрим, получится или нет. У нас уже начались первые пики, первые баны. Ну, состав, мы видим, не меняется, собственно. Значит, будем наблюдать. Видим, что у нас уже минус Ember Spirit, минус Batrider, минус Invoker и минус Lycanthrope. За движениями на этом... В турнире вы можете наблюдать непосредственно из самого портала, там сеточка висит. Пока я вижу, что никакие игры еще сыграны не были, ну то есть официального результата просто нету. Вот, а значит, игры идут параллельно. Ну и стоит, конечно, также отметить, наверное, что в Dota TV трансляция, конечно, тоже проходит через билетик. Вот он, этот турнир. И тут у нас... Ага, ну вот какие-то игры уже были сыграны, мы видим, да, вот я просмотрел одну игру, что Relax здесь победили уже. И BN против R сыграли, я, правда, не знаю, кто это. Ага, ДПВЗ играют, вижу. Дуза Гейминг, кстати, сейчас у них идет подготовка против Майке, против Интенебрис играют. Вот такая вот команда. Ну, а ПГГшка вроде еще не стартанул, или может быть у них просто здесь другое название. Ну ладно, пока, в принципе, не знаю я, как будет информация, я вам сообщу. Ну и что у нас в этой карте происходит. В этой карте минус Lycanthrope от команды Relax, Inchtoparation у нас Compass Gaming. First пик заезжает, что-то какая-то задумка, видимо, будет. Ну и посмотрим, чем в этот раз ответит у нас Crazy. На капитанском слоте он по-прежнему сидит. Ну и еще для тех, кто только что подключился, я напомню, что релаксы играют не под своими никнеймами в большинстве своем. Туруроид у нас Crazy, Dread это Dread. Tiger and Space у нас это Шачло, Фрайды Йоку. Ну и Crocodile Hunter у нас это Виндикс. Ну, практически полный состав команды Relax. И Compass Gaming, Калека. Ну, откровенно говоря, отыгрывал он в первой карте действительно как его никнейм. Прям оправдал на все 100% этот капитан команды Compass Gaming. Надо ему поменьше фидонить, все у него будет alright. В составе Bring Me To Life, Unstable, Artes и Jet. Ну, вот Artes пытался тащить на луне, в той игре не получилось. Nux плюс Visage в исполнении Crazy. Ну и посмотрим, что дальше пойдет у нас. Как у нас пойдет? Ну, я тут пока пики идут, читаю наш чатик на twitch.tv/adekvat. Вы там что-то активно пишете. Адекват говорит кэп. Ну, это само собой. Это даже не обсуждается, на самом деле. Во, ну тут интересная информация заезжает. Впрочем, если мы слишком рано закончим этот турнир, ну, как этот турнир, этот первый матч, то второй матч начнется сразу, если команды будут готовы. Вот, так что, может быть, пауза продолжительной не будет, пока я вам не могу сказать, но в любом случае мы будем ждать. Вот, ну, в принципе, если первые закончат у нас команда Relax, то если их оппоненты будут готовы, мы сразу второй раунд с вами посмотрим. И не будем долго ждать. Так, ну что у нас там? Думает еще коллега над своим вторым пиком. Ну, под Inchtoparation нужно просто пикать связку какую-то. То есть, есть Global Strategy, типа... Невероятное количество дэмэджа в любую точку карты. Запикивает сюда, например, какой-то Nature's Profit из Спектра. Или же просто Compass Gaming берут себе Дума. Ну что, достаточно сильный персонаж. Вторая стадия банов у нас идет. Посмотрим, что будет дальше. Ну что же там, Бейн. Бейн отправляется в бан Compass Gaming. Достаточно неплохо для этого компании на Бейне отыгрывали. На Бэтрайдере, кстати, тоже. Отметим превосходные действия от Шачло. Так что решили от них Compass Gaming избавиться.
Ну, это я бы не сказал, что какие-то сингатурные герои, герои-фавориты у команды Relax, они практически отыгрывают на любых персонажей, поэтому тут все не перебанишь, это точно. Виноматер в бан от Crazy и потом бан в этой стадии. Да, ребят, ну еще раз напомню, что сегодня мы с вами смотрим вплоть до четвертьфиналов этот турнир. Сетку винеров просмотрим. Ну а завтра, завтра заключительные матчи. И завтра самая жара будет, потому что там будет у нас, во-первых, финал, полуфинал винеров, финал лузеров, по-моему, и гранд-финал будет по системе Best of 5. То есть, ну вы понимаете, самые жаркие игры только завтра. Ну и сегодня, в принципе, тоже очень интересно посмотреть. За тредом, за ПГГшечкой посмотрим, если успеем. Так что все будет all right. Ван нас Найк справляется. Ну, трех героев из предыдущей катки забанили Compass Gaming у релаксов. А здесь минус Дазл. Дазл неприятный персонаж, его решил Крейзи убрать. Пугну забирает себе Крейзи. Ну что, усиливает свой пуш потенциал команда Релакс сейчас. Ну, в купе с Висаджем, вы понимаете, да, неплохо товара будут падать. А фамильяры плюс бласты. Вот еще и Dragon Knight ним появляется. Ну, это вообще супер. Это немножечко похоже на китайский лайнап, да, обычно вот именно представители китайской профессиональной доты любят использовать таких вот героев, Пугна, Драгонайт, Висадж и просто бегать, пушить товара. Клокверк у нас в исполнении Compass Gaming. Ну и ласт пик в этой стадии. Калека, что ж доберешь? Пока понятно, да, то есть Doom, скорее всего, у нас будет как фармила в трипле. Инштапорейшн ему суппорт, Клокверк нас сложно, то есть надо подобрать еще кого-то суппорта и кого-то в мид поставить тоже. Ну и смотрим. Он рамку никогда не включает. Просто проблема в том, ребята, что я рамку-то, конечно, могу выключить, но я ее забуду включить, поэтому мне проще ее просто не выключать. Так она вроде не особо-то и мешает, я вам все равно говорю там, что банится, что пикается. Shadow Fiend от Compass Gaming, а вот это уже интересно. SF-чик заехал, SF это круто, я так подозреваю, что в мид SF отправится. Но если удастся не нафидить SF в миде, то будет вообще великолепно. По сути, раскачанный Shadow Fiend это большая головная боль для Пугны, для Dragon Knight. Тем более при наличии таких врываторов и инициаторов, как Инштапорежный Клокверк. Ну и ласт стадия банов минус Shadow Демон в исполнении релаксов от Compass Gaming банит Рубика. Ну, пока разбирается, видим, с суппортами. Ну и по факту правильно, то есть надо бы здесь суппорты, видим, напикать релаксов. Мы используем, в принципе, стандартный вариант. То есть Dragon Knight в мид нюкс на сложную, Visage Пугна в триплу. И Пугна в качестве 7 керри, скорее всего, будет. Поэтому надо бы допикнуть еще кого-то суппорта. Ну и сейчас Crazy продемонстрирует, какого суппорта нужно допикать. А что у Compass Gaming? Берем тоже дефолтный вариант, Clockwork на сложную, Shadow Fiend в мид, Doom Enched Operation у нас триплу как керри и суппорт соответственно. Соответственно, не хватает у нас последнего суппорта. Ну вот, может быть, по суппорту сейчас и напикают нас ребята. Вот он, тот самый Ашейка. Шейкер тоже интересно. Достаточно дефолтный вариант, я думаю, для дреда он заедет. Там по дефолтному варианту также Шачло, наверное, будет играть все-таки на нюксе, что ли. Йоку на пугне. Ну, пока вроде непонятно. Ладно, у нас Switch Doctor пикается от Compass Gaming. Тоже весьма неплохой пик. Ну и вы знаете, я бы здесь не спешил давать победу релаксам. Все-таки достаточно сильных героев напикали Compass Gaming. Лайнап хороший. Если удастся исполнить, все будет замечательно. Ну, а важная цель релаксов, это, конечно, попытаться пропушить до минуты 20-25, хотя бы снести линейку Т1-Т2 товаров. Если получится это сделать, то победа будет у них в кармане. В любом случае, ладно, поглядим, что у нас получится. Ребята выбирают себе героев, а значит, у нас дота начинается прямо сейчас. Ладно, ДПЗ будешь стримить? Ребят, если будет возможность, если мы успеем посмотреть их игры, посмотрим, конечно. Но в любом случае, если команды, которые вот, ну типа, фаворит их числятся, да, они пройдут дальше в следующий раунд, то мы по-любому будем смотреть их игры. Как бы там ни было, то есть релаксы в теории могут и против ДПВЗ в верхней части сетки попасться. Нет, релаксы могут только в финале попасться, виноров.
Ну, ДПВЗ против Ретраев могут попасться, Дуза против Релаксов могут наткнуться, Кураж Гейминг, они же Хеды против ДПВЗ. В общем, матчи тоже достаточно интересные. Что-то обязательно с вами выищем и поглядим, поглядим, поглядим. Ну что, остается у нас пауза, стандартная пауза. И смотрим. Смотрим, смотрим. Итак, Крейзи будет играть Dragon Knight в миде. Вот оно как. Ну, Шашлон у них все это мы, в принципе, угадали с вами. То есть Фрайдей, он же Йоку играет на Пугне. Это будет фармила, 7 керри. Виндикс у нас будет играть на Висаджи. Ну и Дред себе, в принципе, не пикнул еще Оршейкера. Ну, а в целом, с лайнапом мы, в принципе, догадались с вами, кто, как и зачем. Компас Гейминг. И что там? Джет. Джет у нас на шадофинде в миде. Тут вроде бы ясно. Коллега, капитан команды Клукверк на сложную линию. Артес снова фармит на этот раз на Думе. Ну и два суппорта. Unstable Witch Doctor и Bring Me To Life на Ancient Parishion. Ну и дождемся, дождемся. Подключение Дреда. Вот он, Дред. Ну и, наверное, мы с вами готовы смотреть эту дотку. Шейка. Тут. Ну, я тут пытаюсь обновлять. Ого, вот вам информация отличная. Смотрите, какой интересный момент. У нас первые результаты появляются в этом турнире. И ДПВЗ со счетом 2-0 по картам обыгрывает команду Слоники, отправляя тех в лузера. Ну и ДПВЗ становится первыми. Первой команды, которая попадает в топ-8. Ну как в топ-8 получается? Просто в раунд топ-8, да? Второй раунд финнеров. А это значит, их ожидают, видимо, или Ахеды, или Рейджет. Достаточно интересный матч будет. Хэд Гейминг против ДПВЗ. Там должна быть лютая катка. Команды по, ну, моему личному мнению, по скиллу не уступают друг другу. И там должна быть борьба. Ну что, готовы ли? Что у нас эти паузы-то вообще? Так, а у меня потихонечку заканчивается запас питья. Не очень доволен, но... Пара секунд нас просит Tiger and Space. Теперь уже минута, теперь 30 секунд. В общем, в разное время требуют разные команды. Ладно, будем ждать это в чатик. В чатик наш любимый чатик. twitch.tv/adekvat. Заходим, лайкаем, фоловим канал, сабскрайбимся, подписываемся. Все что угодно делаем. И бум-бум-бум-бум читать, будем с вами общаться. Пока пауза, нам сегодня заняться нечем. Ну и, по сути, игра, я думаю, ну, надеюсь, у нас будет три катки, тогда у нас с вами не будет каких-то продолжительных пауз, вот, ну а, наверное, все-таки у нас будет здесь две карты, и до 19:00 у нас будет небольшая пауза, я уж не знаю, чем будем заниматься, может быть, параллельно посмотрим какой-то другой матч с турнира, почему бы и нет, в принципе, правильно. Вот эти вторую катку начали пантеоны против эншентов. Как первая закончилась, хочу посмотреть. А, победили Пенфины. Вот они. Ну, этих ребят я не знаю. Маден, Урбанишка, Вайт Попо. Тут Демигод. Не знаю этих ребят. Ни одного из этих игроков. А ну-ка, вот этот, что у нас там за Бен против Эр. Ой, Шейд А играет. Достаточно неплохие. Эрла здесь. Этих ребят я знаю. Это бывшие выходцы из Асикапа. Ну, всем, наверное, все-таки выходцы из Асикапа какое-то время. Братва Нурика называется команда. Достаточно интересная команда. А здесь, смотрите, тоже Электродак. Юник. Достаточно сильно. Реинкарнейт это называется команда. Вот Дуза Геймик. Ну, каким составом? Ой, тут я зря нажал смотреть, наверное. Ой. Как бы мне не вылететь сейчас в лобби, это было бы не очень круто. Что-то я перетыкал совсем на кнопочке. Зря смотреть нажал.
Ну, тут такое, да. Дузы там вроде сражаются. Все, я возвращаюсь. Возвращаюсь в наше лобби. В наше лобби. Вырубай мобилу. Вырубил. Но у меня тут названивает. Как поменять задний план в главном меню типа PUBG? Это лоудскрин, ребят. Дефолтный вариант. У нас здесь пауза по-прежнему еще есть. Ничего тут интересного не произошло. Ладно, будем ждать. Да, лодскрин какой-то есть, у меня там есть парочка, я вот пуджа поставил. Это с фри-то-плейны, по-моему, с этой, если я не ошибаюсь. Ну, наконец-таки паузу отжали, но что делать, стандартные закупы, мы, в принципе, поговорили с вами о всех героях и знаем примерно, как они будут располагаться, ну и все зависит уже непосредственно от исполнения. Ну, давайте смотреть. Нави с ЛТВ играть будут. Вот уже, ребят, совсем скоро. Я думаю, с завтрашнего дня начнутся игры Нави. Они там на StarLadder'е будут играть нон-стоп, по-моему. У них даже, по-моему, будет день, в которых только Нави будут играть. Там по 5 матчей. Потому что им нужно наигрывать. Из-за их двухнедельного отпуска они много пропустили игр. Ну и там будет весело. Весело будет. Ну что, в легкой линии отправляется у нас Йоку вместе с товарищем Винт Иксом. Ну, в принципе, тут понятное дело, Пугна будет фармить сапогом, кстати. Это выход и сразу в Аркан Буцы. А если значит выход в Аркан Буцы, это значит, что они очень быстро будут спушивать тавр за счет бластов, который уже у Йоку прокачан. Нормальный вариант, коллега. Я, правда, не уверен, что Клокверк сможет как-то помешать этому процессу. Здесь у нас драка за руну. Начинают размансовывать, есть подкоп. Дабл дэмэдж, Нюкс поднимает. Иди сюда, говорит Артесу. Так, челентач, bring me to life. Да, утычку такую обидную, и разбежались в разные стороны. Но здесь дом неплохо просел, на самом деле. Здорово здесь сыграл Шачло, счет подкопа, и то, что руну забрал, он нормально так наклепал. Ну и Крейзи в медиум, сталчилд у него есть, левел первый против СФчика. СФ тоже первого крипа заденайл. Ну и через некромастере будет зарабатывать себе деньги. И, конечно же, души. Ну, вообще, то, что у нас располагаются триплы, видим, в зеркальном отражении на легкой линии каждый из них. Это значит, что у нас немножечко пассивно будут первые минуты игры. Данстейпл пытается пробить здесь Нюкса, и Нюкс, по-моему, промазывает станом, если я не ошибаюсь. Приостановил игру, что же за паузы эти постоянные? Вот, смотрим, Tiger on Space. Так, вот, то давайте посмотрим траекторию его импейла и вот сравним с Вич-доктором, попадает или не попадает. Ну, не знаю. А посмотрим. Ну-ка, отжимайте паузу. Опа, подкопали, и пару плюх ему нужно дать. Нет, не делает пару плюх, а значит, будем смотреть дотку. Ну, убегает спокойно. Ну, как спокойно шачло. На развороте будет драться против Вич-доктора. Друга они начинают бить по лицу. Есть каски, отличные каски, кстати. Неплохо, на максимальном рендже практически Вич-доктор поймал Нюкса этого дальнего крипа. Ну, и лишний плюх ему ответил. Not bad, вторая минута встречи пошла. Крейзи у нас тут будет выходить, я думаю, в ботл. Прокачивает он на первом уровне Dragonblood. А SF... Ага, ну, то есть он Дреда спалил, смотрите, неплохо. Ну, в принципе, достаточно дефолтный вариант для ЕС. Он вот так вот со стороны светлых может отрезать вот здесь вот крипов, вот так вот своей фиссуркой. И они вот приходят на эндштов, и здесь Дред получает себе деньги экспу. Джет это дело спалил, но... Помешать он, конечно, особо долго не может. Все-таки ему нужно находиться на линии, нужно фармить. А вот если кто-то из суппортов потянулся у KPG, у них могло бы получиться, наверное, прогнать. Но вот Bring Me to Life, видимо, туда и отправляется. Надо бы еще какой-то вардец поставить, может быть, заблочить. Да, Дред еще одну пачку крипов привел. Ну, нельзя такое давать делать ЕС. ЕС получает нереальное количество экспы после таких энджентов. Ну и, по сути, он эту экспу зарабатывает просто из ниоткуда. То есть он не... мешает фармить своему керри, не ворует у него экспу. Так вот, хороший сентриварт поставлен. Дальше топорышный, очень аккуратно поставлен. Поэтому больше так вот по обузе драть не сможет. Ну что, здесь у нас, в принципе, на линиях все спокойно. Коллега у нас откидывается. Rocket Flare. 654 монеты есть у Йоку. Йоку близок к тому, чтобы купить себе Аркан Буцы. Остался немножко, ну и второй бласт уже есть, в принципе. Правда, Тавр эти бласты еще не прочувствовал, как надо. SF, Мидия. Смотрим на КС, 6 на 1. Ой-ой-ой, а здесь-то Крейзи. Лайн выигрывает, причем выигрывает очень серьезно. 13 на 1 у него КС. И приходит, смотрите, Виндекса, Грейв закидывает, есть стан и продув. Ну и соло-ассампшеном зарабатывает Виндекс Ферстблад.
Да, ну и вот сказывает, собственно, отсутствие Vision на нижней руне у команды Compass Gaming. И Сеф просто не знал, что там была руна инвиза, просто придет к нему Виндекс. Неплохая реализация этого первой руны, и зарабатывает ФБ на релакс, как в первой карте, в принципе. О, мне тут подсказывает, кстати, администрация турнира, что Zeratrai первую катку свою проигрывают. Такие дела. Сферагород сильно проиграли, потом был камбэк, но вроде сейчас опять проигрывают. Ну, вот, кстати, вот очень интересно поставлен был Sentry Ward. От суппортов команды Compass Gaming, и вот этот вот Sentry Ward немножечко не касается этого апсервера. Да, и поэтому Радиварди не получилось в итоге. Недоумение находится суппорт Compass Gaming. Как так? Почему мы подходим с леса, и нас видит Tiger in Space? И Нюкс отходит. Ой, снизу зацепили, по-моему, коллегу. Коллега поставил хороший хокинг. Соло Сапшин, плюха последняя, 30 хп. Добить бы чем-то НАТО. И коллега, не возвращайся, что ты делаешь? Ну, коллега, ну что это? Ну зачем это сделал? Лишь ты движение в сторону противников. Ну понятное дело, тебя перекли. Ну пережди ты просто. Фиссура имеет свойство заканчиваться. И ты потом просто к тауру спокойно уходишь. Ну блин. Ну нафидел лишний раз у нас здесь оффлейнер команды Compass Gaming по совместительству и капитан. 2-0 за счет. Пятая минута встречи. Ну что, сапог. Сапог у нас Клокверк, левел 4. А, есть сапог у нас также и Sage Mask от Visage. Ну и пошла. Ой, пытаются убить Tiger in Space. Хорошо, Doom заходит прямо по тару, нарезает. Проблем большой шачло и... Это фраг для Compass Gaming. Неплохо. 2-1. Один фраг отыграли. Ну, видим, трипла свою тоже реализовывает, по сути дела. Даже вдвоем справились без Энштопорична. Да, ну вот видим, в миде у нас находится Shadowfiend. Все у него плохо на самом деле, да, 16 на 5. Хотя 23 на 3 не особо сильный Crazy от него оторвался, но побаивается здесь Shadowfiend этих гангов различных. Левел 5 он себе апнул, 3 кайлы есть, еще кайлов, конечно, подфармить можно. Но надо постоянно будет обузить ботл. Что без ботла не будет маны. Ракетки залетают. Пытается помешать как-то вот Виндексу здесь делать пулы, и надо бы поаккуратнее с коллеги играть. Но сейчас там грейвы залетят, и будут большие проблемы, если потянется Пугна. Пугна с аркан-бутсами, есть Ring of Regen, и намеки на то, что будет собирать Эмиканзом. Bring Me to Life перетягивается поставить вардец. Вот он, хороший вард, чтобы Сефа не гангали. Чувствую себя поспокойнее, должен быть джет. Но, правда, сейчас уже ганги будут идти с использованием смока. Вот, ну а Крейзи у нас левел 6 уже имеет, в принципе. Вот, он начинает уже подстанивать джета, приходит у нас здесь... С фиссуркой Дред, хорошо, перекрывается у оппонента. Джет пытается на развороте какой-то прокаст выйти, вынести и выводит этот прокаст. У Бригмитшлайф тоже проблем. До конца дерется Крейзи, Крейзи, Крейзи! На лоу хп. Вот это остальные яйца у мидера команды Релакс. Ну и делают они два фрага. Правда, там забрали каким-то чудом Висаджа. Я не смотрел этот момент. Клокверк забрал Висаджа ракеткой. А, через хукшот даже. Коллега хороший, исправляется. А здесь находит нас здесь Tiger in Space, Unstable просто бьет руки, под думом находится Нюкс, ничего сделать не может, просто дерется, приходит Visage, Grave, ну и уничтожит Witch Doctor, на ту же самую позицию стал Witch Doctor, где находился Нюкс, ну и они последовательно на этом месте будут умирать, по всей видимости. Да, дракон чемпионов просто. Не, ну зря я коллегу похвалил, он снова нафидел. На этот раз его Йоку просто в соло забрал. 1100 монет есть, но и тар потихонечку начинает проседать. Ну что, 6-3 пока счет. Релакс впереди. У нас 7 минут с карты прошло. ПТ-шечка нарисовалась Драгонайта. 32 на 4, весьма неплохой КС. Не топовый, конечно, но тем не менее мидлейн он свой выиграл. 2-0-1 у него статс мида. Это достаточно серьезно. Вот видим, что по нетворсу впереди планеты всей у нас. Пока Пугна 3-300 не особо далеко отстает Doom. Но мы знаем, почему Doom хорошо фармит. Потому что у него есть Devour 4 уровня. Купил он себе Владимир. Опа, и хукшот, смотрите, в Дреда. Дред пытался у нас раздевардить. Дред тут умудряется таки раздевардить. Да, но у Дреда будут большие проблемы. Девардинг ценой жизнь. Я думаю, доволен коллега. Фраг он сделал, все замечательно. Сапог ботл у него есть. Толшут 430 монет, левел 7. Unstable, левел 5. Ульты пока нет. Видим, очень интересный и своеобразный у него скилл билд. Прямо скажем, не суппортящий такой вич-доктор, а больше убивашка бегающий. Ну, не знаю, не знаю. Нет у него подхила. Подхил бы иной раз может помочь своей команде. Так, а здесь Артес. Недалековато ли ты вышел? То уже смотрите, тут же есть Грейв. Конечно, Дума. Пошла атака. Здесь сейф ТП делается. Фамильяры будут падать. Атакует еще Tiger in Space. Но просто Дума очень плотная. Вот это проблема.
И приходит Асан Стейбл, хорошо, Маладин попадает, и Дум сверху, ну, то есть проблемы большие у Висаджа. Рассыпался он, да, ну и неплохо здесь пришел. Unstable. И приходит SF-чик. Вот он, Tiger in Space. Можно же убивать, наверное. Надо как-то убивать. Опа. Тычку дал, кара пассирует. Хорошо. И Джет как проседает. И поздноватые каски залетают. Подстанивают, конечно. Дум идет вперед. SF, ну непонятно, чем здесь занимался. Пытаются достать Tiger in Space. Но тут просто потавр идет, и ничего не случится. Шоквейв. Да ладно, еще и левел тест давал. Дред приходит сюда. Фисурка перекрывает Артеса. Фамильяр упал. Ну и Дреда теперь будет пробивать с руки. Приходит Висадж. Большие проблемы у Артеса. Каски летают. Ну, должен быть Солосампшн. Солосампшн залетает в Артеса, фраг. 7-5. СФ пришел. СФ тычку в Дреда. Хорошо, есть минус. Но правда, ну блин, разменится на суппорт такое дело. Солосампшн, да, ну и даблкил от Финдикса. 8-6. Не так уж и хорошо. Ой, там тем временем Клок вверх, смотрите, пукну зажал. Правда, Тавр таки пал. Да, ну на разных картах, на разных частях карт у нас происходит какой-то экшен-экшен. 9-я минута встречи, 8-7 счет, неплохо дерутся. Компас Геймик, но при прочих равных условиях, именно в разменах, все равно впереди по нетфорсу игроки из Релакс. Все-таки Dragon Knight у нас виден 2-0-1 по-прежнему, не умирает он и очень неплохо стоит на линии. Но прогнать его нереально сложно. Так, ТП сюда. Ну, конечно, встречает Крей сразу у Джеда, могут быть большие проблемы, приходит Bring Me to Life. Еще одно ТП. Сейчас будет еще один стан. Нет, стана пока нет. Unstable. Стан пока не кидает. Не с кем связать. Вот они каски. Дред приходит фиссуркой. Накрывает аж двоих. Но не перекрывает дорогу. Поэтому, да, уходит спокойно Compass Gaming. Но есть уже мека от Фрайды. Смотрите, Йоку активизировался. И будто они спушивают Эвра. Ой, поймали. Bring Me to Life. Ну куда? Зачем ты сюда ушел? Ты большие проблемы инштопоришена. И тоже минус. Ну, просто сейчас Dragon Knight станет таким персонажем, которого, ну, просто не убить. У него есть Bracer PT, 2000 денег. Crazy левел 9, пассивка на 3 вкачана. Это уже вот суммарно получается у него там со всеми пассивками, со всеми бафами 17 брони. Ну, не знаю, Jet с одним PT не убивает его. Doom, сомневаюсь, что убивает как-то Dragon Knight. Ну, а релаксы используют свою стратегию, конечно, очень быстро будут сносить товара. За счет пугдейта можно делать просто нон-стоп. И меки, конечно же, ранний. Ну, два тавара они по миду уже... Ой, два тавара на миду, да, и снизу забрали они уже. Остался только третий тавар вот на топе. И линейка-то один таваров впадет. Ну что, и готовы ли будут драться? Пытаются в размен идти Compass Gaming. Ну, хотя бы так. Хотя бы тавр разменивать в чужой тавр, не просто же его отдавать. Хотя делается сейф ТП. Здесь, смотрите, Dragon Knight тоже будет платформой. И неужели не удастся пробить тавр? Да ладно, убегают у нас Compass Gaming, боятся Dragon Knight, а там уже под хостой ставлен от стейбла. Врывается калека, забрал в коги. Но Doom висит на крейзи, хорошая ульта от Вич-доктора, к прекрасе поседает. И висы же там тоже забрали, отлично, раскастовался и сейфчик. Но калека здесь может не уйти. Лол, бластом не попал. У нас здесь сейчас, конечно, Йоко. Пытается ТП отражать, надо сбивать хоть как-то. Дред накрывает тотемом. И сгревает он Killing Spree. Хорошая игра. Ну и смотрите, Дред-то. Magic Wand покупает себе, кстати, он. Сразу урна в Shadows. Я думал, будет терпеть от Даггера. 1500 денег у него было. Но решил, что урна ему поможет. Ну и 10-9. Тавр по миду, правда, упал. Так, секунду, дорогие друзья, мы тут небольшие звоночки, звонки-звоночки пока происходят. Ну, чё надо? Ну что, продолжаем смотреть. Так, шадовый амулет есть у нас у Крейзи. Нюкс у нас левел 8, Пурман Шилд есть, Аркан Буци 1200, Джет 2-3-0, левел 9. Продолжаем смотреть. 13-я минута встречи. Ух, эти отвлечения, конечно, надают. О, Ретрайгер затащили эту катку. Все-таки сделали минус 4 и выиграли первую игру. Очень жесткая, видимо, она была. И ПГГ был близок к провалу. Как никогда. Так, ну и снизу атака от команды Релакс. Продолжают они, видимо, спушивают овара. Ой, гуль такую плохую видео доктор поставил. Зачем он это сделал? Калека здесь, фамильяры падают, не подстанивают. Ничего страшного, уходит от этого, от этой атаки у нас игроки из Compass Gaming. Ну и поинтбустер, Вич-доктор, я не знаю, но такими ультами разбрасываться нельзя. За месяц такого-то не было, там же пятеро игроков от релакс стоят. И, кстати, надо что-то делать.
Лагер Клаб у нас СФ, 1100 монет. Пытается на БКБшку выйти Джет, но поздновато БКБшку у него будет. Смиды все-таки можно было пораньше собирать. Ну и здесь главное снизу не поставить. Тавр придется отдавать. Вот каски как-то еще могут, конечно, помочь. О, тут Айсбласт полетел. На! Ох, ты хороший, Айсбласт-то по четверым. Вообще, конечно, Инстапаришн в идеале контрит и пугнул. То есть, если такими айсбластами разбрасываться, то можно за место выигрывать. А если еще Инстапаришнам удастся купить себе какой-то аганим, так это вообще халява. Направо так и бутсы, только больше ничего нет. Дум, у нас фейзы есть, Владимир's Offering, и есть 1600 монет. Снизу, ну все-таки попались, ну зачем, коллега, уходить надо, Soul Assumption разорвали лицо. Не простил здесь Виндекс, Unstable, каски выдает, Soul Assumption умирает, также даблкил бай Виндекс. Зачем, ну не могли здесь драться суппорты, ну вот плюс оффлейнера, вдвоем никак, против пятерых. Надо было отойти, и тут позволяют они сейчас команде релакс, просто свободно зайти на ХГ. Клифа нет, еще не откатился, и бластами будут спушивать. Айсбласт по троим хорошо. Карапассировал, но здесь Никс Ассасин немножко неудачно карапассировал. Ну и вынужден немножко отойти здесь игроки из релакс, но Компас Гейминг снесли еще один тауэр. Все равно заход на ХГ. Ну как-то дефать надо, Глиф появится через 7 секунд, бласты, очень больно, каски залетают, Unstable проседает, ой, хороший карапаси, чуть было не поставил Свич Доктор. Каски летают, Дом будет ли врываться, Драма Фенджеранс, ультанет или нет, не ультанет, Shadow Blade спрятался, видим Крейзи. Блейдмейл, Калека куда-то опять вышел, лол! Калека проседает, Грейв накидывает, Артес пошел вперед, Айсбласт будет залетать. В Дредали, ай, зацепили Пугну, минус Пугна. Крейзи, на нем висит Дум, как же воевать, непонятно, Калека уже отдал. Дред заходит, ультовать, Дред! Дред, боже, ну что это за ульта? Андрей Голубев не попал. Бывает, но прыгнет челайт, вбривает, хуй, хорошо. Залетает нас, разодув от Крейзи, успевает ультануть Джет, сносит лицо кому-то там, Артес дерется дальше, минус 2. Невероятная драка, четверо в таверне, у релаксов идет до конца, Артес нужно убивать, Тайгер in Space, подкоп, бежать Тайгер. Карапай сейчас откатится и, видимо, не удастся догнать, но идет Артес до конца, все-таки фейзы у него есть. И, да, оставляет этого. Нюкса, ну и потрясающий размен у нас получается, шикарно. Но великолепный хайлайт от Реда, конечно, ультанул как царь, как и бог. Сейчас, думаю, народ там в чате порадуется за таким хайлайтом. Ну ладно, 16-я встреча, как-то от Compass Gaming отбрыкались. Я не знаю, как это по-другому назвать, они одефались, да, всеми возможными и невозможными способами. Но получилось у них это сделать, и не удалось вот так вот налегке релаксом снести одну из сторон. Но ничего страшного, сейчас пересоберутся команды вместе и попробуют еще один какой-то замес организовать. Дред у нас, видим, став и Ring of Regen будет выходить в форстав. Посмотрим, кстати, по графику. По графику видим, вот он, камбэк. Релаксы вели порядка 4000 денег, сейчас ведут только 1000, по XP уже в плюсе даже Compass Gaming, но там проседает Артес. И надо бежать, Крейзи здесь, Крейзи под Shadow Blade нападал. Но благо все-таки эскейпнулся у нас. Ой, ну разворот коллег, это поймал, неплохо Крейзи, Дум залетает, Крейзи таверну. Коллега выживает, есть Бэйдмейл, Дред может подставиться, каски залетают, Дред, да? Cold Fit, ульта от Вич Доктора, Дред идет что-то делать, Дред умирает. И это два фрага для Compass Gaming, вы знаете, они еще и по фрагам сравнялись. И тут внезапно релаксы чувствуют какие-то проблемы в карте. Ну, просто они рано почувствовали себе силы, на самом деле. То есть релаксы, откровенно говоря, сейчас играют на пофиг, идут вперед, по двое, по одному атакуют, пытаются соло какие-то фраги сделать, не получается. Не получается, их за это наказывают, и тут, конечно, полностью право Compass Gaming. Ну, пользуясь тем, что минус 2 сейчас в исполнении... Compass Gaming и сразу заходит на Рошанка. И, конечно, заходит Tiger in Space. Ну как? Ну за... Боже. Что это за врывы? Что это за фит пошел? Ой, беда. Ну и Рошан однозначно будет падать. Без Нюкса сейчас. Ну вчетвером. Может быть, получится. Дред надо накрывать кого-то фисуркой. Хорошо, двоих накрывает. Каски полетели. По Пугне, по Дреду, по Пугне, по Дреду, по Пугне, по Дреду. А Джета все это дело сейчас будет ультатимитировать. Хорош, коллега снова отдаст. Но это не важно, потому что минус 3 сейчас делает от Compass Gaming. Рошан уже забрали. Да, и Аегис на Эсэфе. Ну потрясающий, потрясающий. Снова подставились ребята из релакс. Эти каски вообще такая неприятная тема. Дред, зачем ты льтанул? Просто... Ну, так и было, да.
18-я эта встреча пошла. 1300. Значит, Париж внезапно понял, что у него будет хватать денег на Аганим в скором времени. Он покупает себе поинтбустер. БКБшка нарисовалась у Дума, только сейчас будет он 10-секундная. У Джета БКБ тоже есть, но там 9-секундная осталась. Тоже неплохо, кстати. 1100 монет. Нужно выходить или какой-то ДПС. Из бласты уже залетают налево-направо. На даггере шачло. Винды, кстати, тоже Аганим себе будет покупать. Поинтбустер Агроклаб уже есть, полагоним собрано. Что же у Крейзи? Ну вот Крейзи, да. Начало было просто великолепное. В ноль он играл. Тут 3 смерти подряд. И вопрос. А где БКБ? А БКБ не будет на 25-й минуте, наверное, точно, если он продолжит видеть. Брефайром подфармит грибочек. Сейчас нужно немножечко поспокойнее отыгрывать релаксом и подфармить необходимые артефакты. Все-таки там уже Компас Гейминг с двумя БКБшками не простят. Весь рассказ от Нюкса и от Дреда будет уходить просто в никуда. Ну и от Висаджа, понятное дело, тоже. Поэтому тут уже должны сражаться такие герои, как Драгонайт и Пугна. Ну вот Пугна. А что Пугна? Пугна, форстав, мек очень быстро собрали. И вы знаете, пуш их на Т2 товарах остановился. Хотя еще и не поздно продолжить, в принципе. Заходы по чужим лесам. Пытается найти кого-то Нюкс. Никого там нету. Аккуратненько действует Компас Гейминг. Не подставляются. Это правильно. Ну что, Blade Mail Staff. 145 монет у калейки. Левел 12. Ну, not bad. Not bad. Будет выходить форстав. Надо бы, конечно. Многовато, откровенно говоря, умирает Клокчер. Хотя на инициатор ему, наверное, положено. Ему же главное грамотно зажимать противника. И он зажимает. Он крейзи все время в фокусе. Это действительно самый правильный вариант. По сути, кроме крейзи, там дэмэджа носить некому. Весь дэмэдж, который есть магического характера, он игнорируется БКБшками от команды Compass Gaming. Поэтому крейзи убиваем, проблем не знаем. Все изи, все просто. Так, Дэдин Тавр, Юстиглиф, Фортификейшн, неужели будут воевать игроки из-за релаксов? Здесь пятеро Компас Гейминг, пятеро релаксов. Нет, не пятеро, извиняюсь. Дредда нет, Дред Форста фармил. Ракетка залетела, дает инфу, дает вижен, и Компас что будут делать? Разбегаются. Или... Ого, ого, ого! Но это интересно. Доминатор, доминатор от Джета. А там-то кто идет? Тагер инспейс качается, нужно просветить сады, вард ставится, даггер раунд, боже. Как на реакцию здесь работал шачло, и красиво это было. Но хукшот и крейзи, ну что такое? Спрятался в инвиз, антривард, еще один ставится, заплевали крейзи. Ульта, хороший твич доктор, цепляют еще и Виндикса. Но не уйдет никуда, накрывают его тоже. Айсбласт, кого-то цепить надо. Айсбласт нужно было немножечко наперед давать Bring Me to Life. Но в любом случае цепляют еще и Нюкса, это минус 3 в исполнении Compass Gaming. Даблкил by ATS. И падает Т2 Tower. Да ладно, неужели счет будет 1-1? Вот это будут новости. От это будут новости, действительно. 21 минута встречи и... На ХГ заходить, а чего бы нет, смотрим за байбеками. Где байбеки, 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 байбеки. Здание выкупа. Есть байбеки, но тратить их не хочется. Ой, как не хочется, это же все деньги просто в никуда уйдут. Но падает сторона, глифа нет, ох, беда. Пожалели тысячу раз, наверное, на релакс, то, что потратили глиф на первый тавер. Дредфор станул, утонул, всех почти накрыл, убить от Артеса, но каски летают, да что же эти каски, это минус 2 в исполнении Compass Gaming, зашел Крейзи, продул Джета, ну, правда, там есть, конечно же, Аегис, Джет возвращается, Калека получает Грейв, на развороте может быть подраться, Крейзи как больно пробили, Тайгер Инспейс подкапает одного Джета, Колфит на развороте, карапассирует, Калека двоих цепляет, хорошо, в коги, бить их надо, бьет Артес, раз фраг, два фраг, минус 2 снова, байбек от Нюкса. Баракета, значит, упадут. Минус одна сторона. Compass Gaming. На второй карте. Нюк снова подкапывает. А этот раз двоих. Удар делает. Джета. Ну и не пробивает никого. Когис просто своих зажимает. Ну, смотрите. Калека. Тайгер. Нансует это из бласта. Ну, разводит по максимуму здесь релаксы. Дред приходит. Фисурку накрыл. Через шифт. Правда, Калека приходит дальше. Есть форстав. Бараки падают. Так. Бласт, хорошо, Артес БКБ уже откулдаунился, начинается замес, у нас проблемы не станет, Нюкс отъедет. И ульта, смотрите, от Вич Доктора, боже, хороший ульта с Аганимом, что ли, уже. Да, с Аганимом, там же вообще отскок за отскоком. Ну и в любом случае, хоть Юмер, конечно, топоришен, задача минимум и цель минимум достигли команды Compass Gaming, конечно, снесли сторону. А это дофига на 23-й минуте, это очень много. Ну
и релаксы. Ну, смотрим по графикам, что ж там, там случилось. Что-то непоправимое у команды Relax. Внезапно просто делают камбэк Compass Gaming, вот начиная с нижнего замеса на Titan Tower. И вот с минус 4000 выигрывает Compass Gaming уже плюс 13. Это 17 тысяч они выиграли. Обалдеть. И пятнашку ведут по XP. Такое проигрывать нельзя. Compass Gaming это реально возможность сейчас выиграть вторую карту и в третьей карте выяснять, кто же пойдет дальше по виндерам, а кто по лузерам. Интересно. Я же приобрел себе Shadow Fiend, есть 1700 манта стайл, появится следующую замесу, я уверен. Unstable, Ogre Club будет БКБ, Калека, Point Booster, Форстав есть, будет он Аганим, точнее будет собирать. Bring Me to Life, кстати, осталось совсем чуть-чуть до Аганима, и артефакты-то сильные появляются. Ну где Crazy? Crazy, смотри на Crazy, Crazy, Ogre Club. Слабо врывается Калека, а вот зацепили, зацепили здесь Фрайда. Фрайда, да йок, у нас просто Форстав ему уходит, Soul Assumption. Калека на хосте убегает. Ну, пощекотал немножечко нервишки противникам. Как же Crazy не хватает БКБ там. Да, так Олега снова бежит. Хорошо, да, Гераут в исполнении Нюкса. Бежим дальше. Пошли Блейдмейлы. Ой, проседает. Дум накинули на Йоку. Большие проблемы моментально. Минусует Вардец. Ну, должен умирать у нас, по идее, из Пугна. Сдунайл Дред, красава. Айсбласт! Ну, тут окрыли дреда, конечно, не просили за этот донай. Но и минус 2 в исполнении Compass Gaming, как бы там ни было. А, и курьера убили. Ну, отлично. Ну, ребята, которые смотрят, собственно, эту трансляцию через клиент, через билет, они сейчас неистово радуются, я думаю, потому что зрителей пока не так много, а шмоток падает просто миллион. С этих двух матчей там много-много чего выпало, поэтому смотрите через билет, там тоже я вещаю и... как на Твиче. Ну, Shadow Fiend забрал у нас Т2 Tower. Есть у него Кристаллис 1600 и заход на ХГ. Заход на ХГ сейчас будут забирать сторону. Если чем дефать, вопрос. Ну, Crazy пытается. Пытается нафармить на БКБ. Очень за БКБ нужно. Но падает мидлейн. Глиф есть. Нет курьера. 5 игроков. Калека тут отменяет хукшот. Издевается. Издевается над релаксами. И потеря второй стороны. Бежит вперед у нас. Неужели Шачло будет рваться? Врывается в Дума. БКБ на развороте. Артес. И врывается Калека в Дреда. Будут цеплять Форстаф, Айсбласт. Дреда накроет или не накроет? Накрывает. Накрывает. Тут стан у нас от Крейзи пошел. Ну вот она, ульта. Альта от Вич Доктора. Все умирают просто. Минус 2. Потрясающая ульта. И Крейзи пишет ГГВП. Not bad. И третья карта, дорогие друзья, будет. Переворотами попахивает в нашем сражении. Ну что, и я получаю шмотку, смотрите, зритель Адекват ТВ получил приз за то, что увидел эту славную победу. Но это действительно славная победа была, и поэтому я должен получить был шмотку. Ну, в любом случае, ребят, пауза будет непродолжительная. Третья карта у нас сейчас 1-1. Compass Gaming против релаксов, и, ну, жуткая война будет. Обязательно, ребят, никуда не расходимся. Напоминаю, что это турнир от Game Ring. Мы с вами смотрим трансляцию на twitch.tv/adekvat. Подписываемся на канал, жмите follow и подписываемся на мой паблик vk.com/adekvat TV. Найдете, думаю, все информации есть под плеером. Да, и услышимся буквально через пару секунд.